Вот такой град у нас прошел вчера. То есть это пластик. Он хорошо держал 5 лет. Спасал от дождей, от всего. Но он не двойной. Впрочем, если бы был двойной, все равно бы пробило хотя бы один слой. Град был величиной с голубиное яйцо. Вот прошел насквозь такими прям кусками, как камнями. Как в войне поучаствовали. Теперь все придется менять. Сейчас я покажу и другие крыши тоже. Мы, честно говоря, боялись из-за шифер. Он старый. Лазали проверять на второй этаж. Но шифер, к счастью, не пострадал. А крыши вот такие вот эти вот маленькие навесы. Навесы, да. Они все. Вот все вот такие вот в дырках. И как назло перенесли сушилку, конечно, за неделю до этого или две. И вот тебе, пожалуйста. В первый раз за 5 лет был такой сильный град. Главное, бил с такой силой. Конечно, деревца тоже пострадали. Все зеленые насаждения, все было в листьях, обломаны ветки. Вот, животные, к счастью, успели попрятаться. Сейчас я покажу, что творится у коз. Все то же самое. Вот сегодня, следующий весь день, хожу, убираю пластик, кусочки. Сейчас мы войдем. Да, и тебе привет. Так. Сейчас мы, говорю, войдем. То есть здесь уже не спрячешься. Прямо вот такое решето. Хорошо, что его здесь немного, но придется менять. В магазинах сегодня смеются, говорят, и вы первые, и вы последние, уже все раскупили. Люди идут и идут. Подобная проблема у всех. Так что, если ставить пластик, то такой, как в теплице. То есть в теплице вот этот стекловолокно, или как там, с чего он сделан. Как говорят, эта теплица вообще не пострадала. Ни наша, ни соседская. Так что не экономьте на стройматериалах.